Так, это значит, 20 сентября 2023 год, выдали нам еще распаковка, еще одна. Выдали нам еще белизну. Летняя. Теплуха. Вот такой у нас еще не было. Еще с длинными рукавами. За полтора года, слышишь, уже надавали столько, надо, вот это рвется от бронежилета, вот такая хрень получается. Вот идет. Поэтому, единственное за полтора года, что я покупал, это себе из одежды, это футболки. Потому что они как раз рвутся. Это. А, это то же самое. То есть это по два комплекта на каждого. Это перчатки. Выдали еще одни. Такие, ну, хорошие перчаточки. Шапка. Комплект белизны. А, ну это зимняя. Не, серьезно, это надо уже какой-то отдельный брать. А, ну такие же вафельные. Комплект белизны. Это уже третий комплект получается теплухи, да? Зимние. Ну, аллилуйя. Что ты скажешь? Лучше больше, чем меньше. В том смысле, что изнашивается, пропотевается.